Добрый день, уважаемые зрители нашего интернет-канала. Сегодня у нас очередная серия о том, как ведут себя зимой наши теплицы, покрытые пленкой. Представляем вашему вниманию теплицу «Универсал». Каркас 3 на 4 метра в базовой комплектации. Теплица профильная. Размер профиля 44 на 15 миллиметров. Данный каркас покрыт пленкой. В базовой комплектации теплица имеет две двери, две форточки. Данная теплица «Универсал» имеет также усиление каждой дуги, но есть и более бюджетный вариант теплицы «Лайт». Тот же самый каркас, но без усилителей. Каркас теплицы является сборным. В разобранном виде занимает достаточно мало места, что, в принципе, позволяет его перевести в багажнике автомобиля. В базовый комплект каркаса теплицы входит также крепление для пленки и поликарбоната. В комплекте также грунтозацепы для монтажа теплицы в грунт. И дополнительно предлагаем вам вставку для теплицы, которая позволяет увеличить теплицу кратно 2 метрам. Наша компания предлагает несколько вариантов покрытия теплицы. Первый вариант – поликарбонатом полностью покрыть теплицу. Второй вариант – покрыть ее пленкой. И третий вариант – комбинированный, когда торцы теплицы покрываются поликарбонатом, верх мы перекрываем пленкой. Предлагаем на ваш выбор несколько вариантов пленки. Это Десногорский полимерный завод и завод «Шар» – пленка «Светлица». Самый главный вопрос – надо ли чистить теплицу зимой? Смотрим. Теплица, универсал. Каркас 3 на 4, профильное сечение 44 на 15, металл оцинкованный, цинк 275, это конек нашей фирмы. Полностью каркас покрыт пленкой, пленка светлица плотностью 200 микрон. Каждая дуга имеет свой усилитель, при этом каркас выдержит снеговую нагрузку до 180 кг на квадратный метр. Всю зиму мы не почистили ни один из установленных здесь на испытаниях образцов, мы вам сейчас это покажем. Снегу по колено, следов нету, все хорошо внутри. Каркас нигде не провалился, не обвис. Пленка очень хорошая, каркас очень крепкий, очень рекомендую. Также есть более бюджетный вариант данной теплицы, это теплица Light. Чем она отличается? Она, основное отличие ее, отсутствие усилителей дуги. В такой комплектации снеговая нагрузка всего лишь 20 кг на квадратный метр, что обязательно требует условий ее обслуживания в течение зимы. Это сметание снега, либо, как совсем надежный вариант, это снять пленку на зиму. Данные каркасы были установлены нами на испытательном полигоне в ноябре месяце, покрыты пленкой. Сегодня на дворе 13 февраля 2023 года. Полет нормальный. Все, выключай.